Соперницами наших девушек стали их сверстницы из Абинска, Крымска, Новороссийска и Туапсе. Наш город представляет участницы сборной из спортивной школы «Виктория» и «Олимп» поселка Виноградный. В нашей зоне участвует 5 команд. Значит, по итогам этих соревнований 2 команды выходят в финал, который будет проводиться в Анапе, в поселке Витязево, в спорткомплексе «Валиград». Шансы у нас очень хорошие, девочки играют очень слаженно. То есть мы надеемся, даже не надеемся, а знаем, что они выйдут в финал. Наигранность уже у них хорошая. Вот, и каждый год они участвуют там, в краевых, муниципальных соревнованиях. Спартакиада у них первая.